Николай, здравствуйте. Не первый раз вы выходите уже с этим плакатом. Расскажите, почему? На плакате моем написано «Россией правит сатана». Почему именно сатана, а не Бог? Дело в том, что Бог никогда не действует на человека через принуждение. Он не принуждает себя признать. Напротив, он дает человеку путь к освобождению от условий материального мира, в котором все подчинено рабской необходимости, и, по сути, материальный мир – это и есть рабство. Бог дает человеку путь к спасению, и чем больше человек поднимается над животным уровнем, чем больше он является личностью, тем больше в нем от Бога. Богу не нужны бессловесные, тупые рабы. Сатане они, напротив, нужны. Он стремится низвести человека к животному уровню, чтобы человек жил жизнью бессознательной и влачил существование, подобное животным. То есть жил только своими инстинктами, ни о чем не задумывался и слепо подчинялся законам природы. Ну и похожим образом действует наша российская власть. Она делает все для того, чтобы человек был безвольным, слабым, покорным, и самое главное, чтобы он вел неосознанную жизнь. Таким человеком очень легко управлять. По сути, российской власти нужны именно рабы. И в этом как раз и есть ее сродство с сатаной. Ну, в принципе, вы можете посмотреть интервью и Вам лично? Вы знаете, что это дискредитация? Дискредитация чего? То есть вы, по сути, запрещаете высказывать любое мнение правительства? Я просто спрашиваю. А дискредитация правительства – это какая статья? Это не статья, это просто. Я выражаю свое мнение о власти. Если вас не запретят, то... На каком основании? Я предупредил. Николай, что от вас хотел сотрудник полиции? Он сказал, что мой плакат кого-то или что-то дискредитирует. Когда я попросил назвать статью, статья в ответ не была названа. Вот и все, что я могу сказать.